А ну стой! Твое место в камере, никуда ты не пойдешь. В соседней комнате весь личный состав охраны. Как только я их позову, ты отправишься обратно в камеру. Если нужно, вперед ногами. Да? В смысле, ты серьезно? Только ты ему объясни, что я был с тобой очень строг, ладно? И что в этот раз я не надел форму задом наперед. Внимание всему персоналу Raven Rock. Говорит ваш президент. Я пригласил нашего гостя из убежища 101 в мой кабинет. Прошу вас не задерживать его. Спасибо за сотрудничество. Привет. Если у тебя встреча с президентом, иди к нему. И отстань от меня. Внимание! Говорит полковник Отом. В настоящем приказываю игнорировать предыдущий указ президента. Заключенного из убежища 101 приказываю уничтожить на месте. Повторяю. Уничтожить на месте, не пытаться задержать. Это приказ. Атакуй цель! Ты? Что ты здесь делаешь? Что? С какой стати мне уходить? Я тяжело работала, чтобы устроиться здесь. Я делала все, что они просили. Теперь, когда я наконец-то получила доступ к их лабораториям, я и не подумаю уходить. Конечно.
Ты видишь, какие у них есть технологии. Они хотят помочь людям. Они хотят преобразить пустоши. Я не смогла отказаться от возможности работать в такой обстановке. Слушай, здесь нет ничего личного. Правда, ничего такого. Но доктор Ли, она едва перебивается. Даже мелкие детали ищет на пустошах. А у анклава есть все необходимое. Они на века опережают все, чего могла бы добиться доктор Ли. Работая в этом месте, мой величайший шанс сделать мир хоть немного лучше. Мне жаль, что ты так на это смотришь. И что ты сделаешь? Убьешь меня за это? Тебе нужно идти. Кажется, у тебя и так большие неприятности. И если честно, я не хочу, чтобы кто-то видел меня рядом с тобой. Президент готов принять вас. Пожалуйста, проходите. Наконец-то мы встретились лично. Давно пора. Я очень доволен, что тебе удалось добраться сюда. Я не планировал такой путь, но он стал адекватным испытанием твоих способностей. Ха-ха, но я не прячусь. Я здесь, перед тобой. Какая похвальная открытость мышления. Ты предпочитаешь принять реальность, вместо того, чтобы отрицать непонятное. Хвалю. Давай вернемся к нашим делам, хорошо? Есть несколько дел, которые мне хотелось бы с тобой обсудить. Столица нашей Родины на перепутье. Путь, который мы с тобой сегодня выберем, определит будущее всей нации. Мне нужна твоя помощь, чтобы будущее нашей страны было в безопасности. Сейчас мои возможности влиять на мир ограничены. Я сам могу не слишком много. Но вот ты можешь приходить и уходить, когда захочешь. У тебя гораздо большая степень свободы. Возможно, мне лучше объяснить, почему изменения необходимы и зачем я прошу тебя стать моим представителем. Да, безусловно. Дело в том,
что на каждом шагу нам ставит палки в колеса этот перекошенный мир. Так называемые супермутанты, гули, безобразные твари. Мутации за этими стенами должны быть вычищены, чтобы мы могли процветать. Мутации должны быть уничтожены. Я полагаю, работа твоего отца сможет справиться с этим быстрее и эффективнее, чем любое изобретение до этого. Очиститель, который помог создать твой отец, может обеспечить чистой водой всю столичную пустошь. Небольшие изменения позволят распространить с водой вирус, который быстро уничтожит всех мутантов. Со временем мы избавимся от всех мутаций на пустошах, а добрые люди всего мира в то же самое время станут здоровее. Мне нужна твоя помощь, чтобы это случилось. Перед тобой пробирка с новым штаммом вируса ВРЭ. Помести ее в пульт управления очистителем. Таким образом, вирус будет поступать в воду, а остальное сделает очиститель. Тебе нужен лишь код, чтобы активировать очиститель. Все просто, не так ли? Я понимаю. Это необычная просьба, с которой я не стал бы к тебе обращаться, не будь она настолько важной. Прошу, пойми, что я не могу позволить тебе уйти, пока ты не возьмешь пробирку с собой. Мой верный подчиненный. Полагаю, тебе стало очевидно, что мы с полковником Отомом в последнее время несколько не ладим. Мы с милейшим полковником расходимся в вопросе о том, что делать с проблемой пустошей. Он считает мои методы слишком радикальными. Он позволил своей человечности заслонить высшую цель. А теперь, когда он публично отменяет мои приказы, я не могу на него полагаться. Поэтому я нашел тебя. Надеюсь, ты увидишь общую картину, поймешь, что поставлено на карту. И разумеется, если ты добьешься успеха, для тебя найдется место в анклаве. Возможно, ты сменишь полковника на посту моего доверенного лица. Боюсь, это невозможно. По крайней мере, пока ты не возьмешь пробирку. Пробирка у тебя, и задача тебе поставлена. Разве тебе не пора ее выполнять? Что ж, отлично. Разумеется, я узнаю, закончится ли твое небольшое предприятие успехом. Я буду следить за тобой. Немного огня.
противник. Всем разрешено открыть огонь. Анализ уровня угрозы. Зеленый. Нейтрализация завершена. Всем разрешено открыть огонь на поражение. Враг снова обнаружен. Полная боевая готовность. Обнаружен противник. Начинаю нейтрализацию. Вот и ты, наконец. Я не сомневался, что ты уцелеешь, и надеялся вернуть тебе мой долг. Я видел, как тебя схватили, и сумел проследить за похитителями. Жаль только, я не успел помочь тебе раньше. Я обязан тебе своей свободой, так что это был мой долг. У меня ведь на всем свете никого больше нет. Я ценю твое предложение, но мне придется его отклонить. Я хочу исследовать весь этот мир, и мне нельзя больше задерживаться. Я читал, что на юге есть знаменитый исторический музей. Возможно, я отправлюсь туда. До свидания. Возможно, в будущем я присоединюсь к тебе, если твои цели окажутся достаточно благородными, чтобы меня увлечь. Действительно, ваш законно из... Я только хочу сказать, что чем дольше мы сидим тут, тем больше у них времени укрепиться. Мы должны ударить чем раньше, тем лучше. У нас едва хватает сил, чтобы оборонять цитадель. Мы уже не первый раз это обсуждаем, Сара. Так что, нам просто сидеть и ждать, когда они решат, что мы следующие? Если Прайд выступит сейчас, у нас будет шанс. А если у тебя не выйдет, что тогда? Игра не стоит свеч. Это верно. Без Гекка очиститель для Анклава все равно бесполезен. Возможно, скоро они бросят его.
Мне это не нравится. Не обязательно, чтобы тебе это нравилось, Сара. Просто выполняй приказы. Да, отец. А с возвращением? Мы боялись, что потеряли и тебя, и Гек. Сопутствовал ли тебе успех? Великолепно. Теперь, когда он у нас, Анклав не сможет контролировать очиститель. Тогда мы должны выступить немедленно. Если ты еще что-то знаешь, скажи нам перед тем, как мы начнем мобилизацию. Твоя помощь может спасти жизни. Хорошая новость. Может, у нас получится обратить ее в свою пользу. Но все равно нельзя сидеть сложа руки и ждать результатов. Кажется, действовать нужно сейчас. Если у Анклава есть ГЭК, им ничто не помешает запустить очиститель. В конце концов, они подберут код. Боюсь, это правда. Нужно действовать, пока мы еще можем. Отправляйте Прайд. Мы справимся. Мы победим. Ладно, Сара. Прайд пойдет в бой. Но я не отпущу свой лучший отряд без поддержки. Ротшильд, все готово? Что? Нет. Я имею в виду, мы с Ли решили проблему с питанием, но только-только закончили диагностику. И? Он не готов для полевых испытаний, не говоря уже о боевых условиях. Оружие не настроено, навигационная система отключена. Ротшильд, довольно. Он заработает? Честно? Я не знаю. Думаю, мы как-то перебьемся, но даже если и нет... В конечном счете это ни на что не повлияет. Тогда решено, Сара. Бери Прайд и используй робота в качестве поддержки. Возьми нашего друга и займите очиститель. Так точно, сэр. Первым делом я хочу сказать тебе, что у меня был разговор с моим отцом. Я и весь Прайд решили, что после всего, что тебе досталось, ты заслуживаешь звание почетного бойца Львиного Прайда. Поздравляю. А это влечет за собой некоторые привилегии, включая наш комплект силовой брони. Тебе что больше по душе? Полная броня или разведывательная? Ну ладно, держи. Надеюсь, размерчик подойдет. Ну как ты думаешь, справишься? Вот это приятно слышать, солдат. Вещи собраны? Вернемся мы не скоро. Ладно, не дергайся. Тебя будет прикрывать весь Прайд. Не говоря уже об этой огромной железке. Просто не высовывайся, пока мы не дойдем до очистителя. Твоя смерть нам совсем ни к чему. И не путайся у нашего чудища под ногами. Ладно, повторим все еще раз. Прайд идет со мной. Наша цель — проект «Чистота». Но мы не сможем пройти в комплекс, пока подняты энергощиты. Ротшильд и Ли говорят, что робот сможет пробить энергощиты. Так что мы — огневая поддержка. Остаемся рядом с этой штукой, бережем ее и тащим куда надо. Когда щиты отключатся, мы направимся прямо в комплекс. Пока робот их задержит, мы проберемся внутрь и возьмем под контроль зал управления. Нам нужно выступить сразу, пока мы не упустили возможность застать их врасплох. Бери все, что надо, и встречаемся во дворе. Когда все сделаем, поставлю каждому по стакану вкусной холодной водички за мой счет. Вперед! Ладно, Ротшильд, заводи! Прайд, вперед! Thank you.
Тебе что-нибудь нужно? Все китайские захватчикам. Тактически.
сплав с добавлением барьера повышенного фотонного резонанса. Действующая стратегия неадекватна. Пересмотр стратегии. Инициирую перегрузку фотонного резонанса. Вступаю в бой с китайским захватчиком. Опять ты? Не могу сказать, что я удивлен. Ты и тебе подобные чуть ли не целью жизни сделали разрушить все, чего достигло наше государство. На этот раз ничто не мешает мне убить тебя. Давай покончим с этим. Боюсь, это выше твоих возможностей. Но раз ты выбираешь этот путь, передай от меня привет отцу. Эй, следите за дистанцией! Ну вот и все. К этому моменту Прайд должен был уже добить остатки сопротивления снаружи. Давай зачистим помещение. Алло, доктор алло, Ли, это Сара Лайонс. Я в центре управления. Мы тут вдвоем. Что происходит? Прошу вас, ответьте кто-нибудь. У нас большая проблема. Во время боя комплекс сильно пострадал. Какие-то поломки кажутся случайными, а что-то похоже на саботаж. В резервуарах нарастает давление. Его нужно немедленно сбросить, иначе весь комплекс может взорваться. Вам нужно включить очиститель, чтобы сбросить давление. Понимаете меня? Включить его надо сейчас же! Если я правильно понимаю, то в камере смертельный уровень радиации. Прости, хотелось бы найти другой вариант, но сейчас просто нет времени. Действовать надо сейчас, или произойдет катастрофа. Ну вот, а мы хотели отпраздновать. Кто-то из нас должен пойти туда и включить эту драную установку. И этот кто-то обратно не вернется. Как-то не так я всегда это представляла, понимаешь? Ну, что будем делать? Спички тянуть? Так вот, как оно значит. Тоже мне рыцарь. Ладно, я это сделаю, но мне нужен код. Ладно, принято. Даже если не выгорит, мы все равно в глубокой заднице, верно?
Удачи? И все? Ладно, спасибо. А теперь давай кончать с этим. Так одинокий путник вышел в большой мир из убежища 101 вслед за отцом, который когда-то пожертвовал будущим человечества ради будущего своего единственного ребенка. Столичная пустошь оказалась суровым, жестоким миром. И в конце концов одинокий путник поддался порокам, что поработили столь многих. Эгоизм, алчность, жестокость. Вот что вело эту потерянную душу сквозь бесчисленные беды и победы. В конце пути одинокий путник получил шанс познать величайшую из добродетелей – самопожертвование. Но он отказался повторить самоотверженный подвиг отца. И настоящая героиня вошла в наполненный смертоносной радиацией зал управления проекта «Чистота», отдав жизнь ради блага человечества. Увы, когда коварный президент избрал нашего героя своим орудием массового уничтожения, тот согласился. Человечеству суждено было уцелеть, но лишь в лице самых чистых своих представителей. И, наконец, потекли реки живой воды, но они несли в себе вирус, убивший всех недостойных. Столичная пустошь, несмотря на все ее достижения, стала могилой. Так заканчивается история одинокого юноши, что шагнул за порог убежища 101 и стал легендой. Но истории человечества нет конца. Ибо борьба за выживание — это война, что идет вечно. А война... война не меняется.